Всем рок. Меня зовут Александр, и добро пожаловать обратно в Dishonored 2. Итак, друзья, как вы помните, мы потихонечку подкрадываемся к механическому особняку, дому местного гения Кирина Джиндыша, у которого в плену наш старый знакомый Антон Соколов. Антона нам нужно вызволить, а Джиндыша нейтрализовать, потому что он является создателем механических солдат, которых применяют в своих целях герцог Абеле и Далила. А нам это ни к чему, поэтому от него надо будет избавиться каким-то образом. Вот. Чтобы попасть в особняк, нам нужно открыть вот эти вот ворота. Но я думаю, это не единственный способ проникнуть вовнутрь, поэтому, пожалуй, сначала мы осмотримся. Все-таки самая приятная и прекрасная часть этой игры заключается в поиске альтернативных маршрутов. Ну и в устранении разной погони. Кстати, о последней. Здрасте, ребята. Горло пересохло. Сейчас бы виски или еще чего. Не хочу вас расстраивать, но походу сегодня ваша последняя смена. Спать. Ой, блин, там еще. А, нормально. Так, там еще один стражник. И световая стена. Хорошо. На самом деле мне сейчас очень сильно повезло. Стоит быть повнимательнее. Вот таким образом мы точно тревогу поднимем. Так, хорошо. Ну, собственно, по крышам, я так понимаю, нам не пройти. Так что... Квартал Авента. Угу. Это квартал целиком, я так понимаю. Вот это нижняя Авента, верхняя. Мы сейчас находимся здесь. Хорошо. Это нам, правда, не очень сильно помогло, но ладно. Так, надеюсь, он трупы не заметит. Целебный эликсир, пули. Основные сведения о часовых солдатах. Мы это много-много раз уже читали, так что пропустим. Давай все-таки вот это тело заберем. То он уж очень хорошо виден издалека. Так, что у нас тут? Сигнализация. Какая прелесть. Хорошо, что ее некому больше включить. Так, давай осмотримся, что у нас с этой стороны есть. Ого! Вот это уже интересно. Так, сверху колючая проволока. Какого хрена здесь так много крыс? Так, адармерская микстурка. Собственно, все. Так, сверху нам не пройти, а здесь... Да, неудивительно, здесь заперто. Нужен ключ от переулка. Хорошо, давай посмотрим, что нам сердце подскажет. Значит, поблизости есть один амулет. Два амулета и руна. Ладно. Остается, значит, только этот дом. Через световую стену здесь не пройти. Отключается она где-то изнутри, судя по всему. Тихо. Не палимся. Давай сюда. Ого. Тут есть проход. Хорошо, пойдем. Твою-то мать. Окей. Обожаю эти штуки. Дай мне горстку таких часовых, и я зачищу весь пыльный квартал. Не знаю. По-моему, толбои во время крысиной чумы были лучше. Люди ими гордились. Ну да, конечно. Все меняется. Если герцогу ничто не помешает, через год у нас будет целая армия таких часовых. Даже не мечтай. Так, ладно. Там двое. Протокол допроса. Капитан Куллеро. Ваше имя... Иероним Блас? Вот это имечко. Подозреваемый, да. Капитан Куллеро.
И вы признаете, что писали, печатали и распространяли памфлет под названием «Железяки прочь с улиц Карнаки». Подозреваемый. Да, вы же читали. Как скоро гвардию полностью заменят механическими солдатами. Бесчувственными к людским страданиям, слепо исполняющими волю какого-нибудь аристократа. Капрал Лоя. А он вроде прав, капитан. Что если герцог решит, что мы уже не годимся для этой работы? Я не хочу обратно в шахты. Капитан Кулеро. Капрал, это неуместно. Подозреваемый. Представьте себе, непогрешимые, неподкупные солдаты. Капрал Лоя. А он прав, капитан. Капитан Кулеро. Допрос окончен. Протокол сжечь. Ясно. Так, где-то здесь у нас... Ага. Походу, в этой комнате амулет. Ладно. Ну вот, собственно, видимо, допросная. Я так понимаю, что мы даже труп не найдем этого писателя. Что ж, это хорошо. Не для писателя, а для моей совести. Это значит, что мне будет совершенно легко этих мразей всех зарезать сейчас. Так, погоди, здесь у нас еще что-то есть. А, железяки прочь с улиц Карнаки. Кому интересно, прочитайте на паузе. Так, хорошо. Как нам с этими ребятами разобраться, а? Угу. Ну, явно не отсюда. Ладно. Давай посмотрим, что еще у нас тут есть. Кстати говоря, я все хотел прокачать умения наши. У нас есть 4 руны, благо. И вот что я подумал. Давайте мы прокачаем темное зрение. Предчувствие. Вы видите маршруты и точки назначения врагов. Давай. Еще 2 руны у нас останется. Чудненько. Так, ну и... Ага. Ага. Хорошо. Это довольно-таки интересно. Так, еще у нас, кстати, один товарищ наверху есть. А что в тебя? Надо отлить. И он, судя по всему, дрыхнет. Это в тему. Давай-ка от него избавимся сначала, чтобы лишних проблем у нас не возникло. Здесь нам не пройти. Ладно. Спишь? А нефиг спать на работе. Вот так вот. Ключ от переулка. Шикарно. Новый код от ворот. Внимание всем, новый код от ворот 889. После прочтения уничтожьте записку. Напоминаю, не записывайте коды, обязательно уничтожайте записки. Отлично. Ты вовремя заснул, дружище. Жаль, что так получилось, конечно. Так. Никто наши трупы не нашел? Вроде бы нет. Так. Поляризация сплава. Чертеж, шикарно. Так, карта. Пули. Целебный эликсир. Хорошо, здесь мы закончили, получается. Давай посмотрим, что у нас в этой комнате. Я всегда начеку. Здесь вроде бы ничего интересного. Так, ну вот он, проход к механическому двору. Ой, к механическому особняку. Так близко и так далеко. Чёртова решетка на окнах. Ладно. Ладно. Что ж, воспользуемся моментом и свершим правосудие. Так, хорошо, значит, он ходит отсюда. Идет сюда. Смотрит книги, потом возвращается туда. Если я правильно все понял. Да? Да, так и есть. Что ж, прекрасненько. Надеюсь, все в порядке. Да,
Отдай-ка мне это. Дележ добычи. Лейтенант Ракос. У вас было время все обдумать. Я занимаю достаточно высокое положение, и на меня работает еще четверо гвардейцев по всей Карнаке. Мои доверенные люди наблюдают за всеми основными пунктами въезда. Мое предложение остается в силе. Если очень важная персона из Даунволла приедет в одиночку или с сопровождением, и вы будете в отряде, который с ними разберется, сохраните это в секрете, любой ценой. Принесите мне тело, и я соберу остальных. Вшестером мы припишем себе арест и поделим вознаграждение от герцога. Это деньги, а может быть и должность в Большом дворце. Держитесь меня, лейтенант, и ваши шансы возрастут. Но не вздумайте проболтаться. В.Л. Воздух сперл. Меня все это злит. Полный грудь. В.Л. Даже не знаю. Так. Здесь можно отключить световую стену, но я думаю, нам это не понадобится, потому что мы уже нашли ключик. Скорее всего, пойдем тем маршрутом. Был бы у нас еще монтажный инструмент, можно было бы переделать под себя все. И буду в потолок плевать. Ну, световую стену под себя перестроить, но мы это делать не будем уже. Так, ладно, подожди, амулет. Легкий кошель, а вот и амулет наш. Шикарно. Что за амулет? Кстати, да, у нас 10 ячеек, надо бы их заполнить все. Быстрая тень, вы движетесь в скрытом режиме немного быстрее. Да, вот это, кстати, применяется не только к тени, но и вообще в принципе. Так что зря я его не использовал. А какой новый-то был? Нифига не понятно, какой из них новый. Потому что я не помню, какие у нас были, а какие завалявшиеся. Ладно, неважно. Давай добьем остальные. Это все не надо. Взрыв бутылки поражает больший радиус. Вот это пригодится против трупных ос. Горькая кровь. Трупные осы держатся ближе к гнездам. Тоже пригодится. Хорошо. Кровавая жертва. Убийство крыс, трупных ос восстанавливает здоровье. Тоже пригодится. Гробовщик, вы движетесь немного быстрее с трупом в руках. Удачная осечка. Давай удачную осечку. Мне кажется, она больше подойдет. Хорошо. Здесь мы закончили. В принципе, этих можно не трогать тогда, получается. Нет, это не значит, что я их решил пощадить. Это просто значит, что я не хочу лишний раз возиться с ними. Пойдем, мы нашли ключ. Теперь можно спокойно проникнуть, куда нам надо. Куда более безопасным маршрутом. По крайней мере, я так думаю. Посмотрим, куда приведет вот эта калиточка нас. Отлично. Так, ну поехали. Так. Тут у нас вот один товарищ имеется, да? Хорошо. Тут закрыто. Так, там вроде пролезть можно будет. Ну кто я такой? Носок без ноги. Вот так. Никто. Так. Хуже, чем никто. Сколько их тут еще? Как минимум двое. Трое. Фиговенько. Пах провоняло. Надо бы запасную достать. Объединить бы их. И быстро казнить. Но может не получиться. Давай-ка аккуратно сюда. Там еще один, походу. Зараза. Так, здесь есть дверь. Возможно, сможем проникнуть вовнутрь. КП.
копается что-то там в помойке. Там вон еще один у ворот. И еще один с той стороны получается тогда. Я не забыл закрыть шкафчик? Раз забыл, так мне куртку минуло. Вот так вот. Неплохо. Так, а здесь у нас что-то имеется. Руна. Шикардос. Это я понимаю, мы удачно заглянули, а? Так. Есть что-то полезное. Монтажный инструмент. Неплохо. Так, деньги. Диски. Вроде больше ничего интересного здесь нет. Хорошо. Давай посмотрим, что у нас тут. Пружинная мина. Так, руна на этаж выше. К сожалению. Потому что здесь вроде ничего нет. Пойдем. А, зараза, а. Как же я сразу не догадался. Дверь заблокирована. Чудненько. Так, там трупные осы еще будут. Хорошо. Так, там не пройти. Твою-то мать. Твою-то мать, а. Блин, не хочется на самом деле тратить на них болты, но... Как же я вас ненавижу, твари. Ладненько. Так, зато отсюда обзор нормальный. Хорошо. Так, этих ос мы завалили. Тут еще гнездо. Чтоб его. Так, здесь ничего нет. Часовые солдаты идут с молотка. Это мы тоже много раз уже видели. Так, пустая бутылка. Зараза. Горючее есть что-нибудь? Вот дерьмо, а. Не хочу я болты тратить на эту погонь. Если честно, я их боюсь куда больше. О, погоди-ка, тут статуэтка. Серебряная фигурка гончей. Неплохо. Живот, не урчи. Обед уже скоро. Ха-ха. Так будет лучше. По крайней мере, спокойнее. Так. Яблочко. Тыблочко. Герцогиня в зеленом. Так, кому интересно, друзья, прочитайте, пожалуйста, на паузе. Сейчас немного не до этого. Хочется поскорее в особняк пробраться. Так. Много у вас тут еще? Жалко болты. Ну ладно. Вот она, наша руна. Итого у нас три руны. Мы можем докачать темное зрение до максимума, в принципе. Можно докачать домино. Пожалуй. Даже не знаю, что лучше. Нет. Давай докачаем зрение. Будем именно докачивать те навыки, которыми мы пользуемся, а потом уже что-то новое пробовать. Так, эту картину не забрать, а жаль. Так, все получается, да? Хорошо. Чудесно. Давайте теперь думать, как с этими разобраться, ребятами. Значит, один здесь.
И еще несколько там. О, погоди. Так, там еще квартирка есть какая-то. Слушай, может мы вообще всех их обойдем сейчас, а? Просто там их трое. Еще один за стеной получается. Многовато. Давай сюда. Твою-то мать, а. Окей. Так. Тут бутылочка есть. Поэтому... Иди нахрен, блин. Вот так вот, и вот так вот. Минутку. Я тут немного осмотрю. Посмотрим. Здесь ничего. Ищем дальше. Ищите, ищите, придурки. Интересно, кто это был? Оскверненный амулет. Если это крыса, убей ее. Крыса, крыса, не переживай. Так. Ага. Ну, оскверненные амулеты мне не очень интересны. Так что фиг с ними. Так. Ничего не выпало из гнезда, что ли? Походу, нет. Вот картину я, пожалуй, заберу. Что происходит? Так. Хорошо. Всегда лучше знать, с чем имеешь дело. Показалось? Нет, не может быть. Так, тут их трое. Возможно, нам даже не придется их убивать. Ладно, продолжим. А то это затягивается немного. До того не дотянуться. Ладно. Он мне такой: будь начеку. А я ему: а я начеку. Он мне: ну конечно. Но теперь-то я не вру. Ну да, 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 мы поняли, хорошо. Красавчик, все дела. Ну, объедини их, ну. Зараза. Убийца где-то здесь. А! У нас потери. Напряженный момент был с каской. Но мы справились. Так, все готовы? Там же еще один был. Похоже, что все. Отлично. Пойдем отсюда. Сейчас только проверим, на всякий случай. Мало ли что. Нам не нужны лишние свидетели. Да? Он тоже вошел в то число. Супер. Ну все, можно выдвигаться. Очень уж хотелось оставить что-то напоследок ему. Смерть, например. Так. Ага. Нам вниз, судя по всему, да? Да. Готов? Погнали. Привет. Я смотрю, тебе не очень повезло, да? Бывает.
Так, ну нам туда. Я думаю, Джиндаш нас уже заждался. Давай немного ускоримся. Хотя не стоит расслабляться, я думаю, что впереди еще может быть стража. Лучше не рисковать. Пока что даже никто не знает, что мы пришли. Так, рельсы под напряжением. Хорошо. Интересно, а есть какой-то альтернативный маршрут? Просто я вижу вариант, который позволяет нам попасть вот на эту крышу, а выше можно подняться, нет? Нет, я думаю, что нет. Ладно. Дом обладает странной красотой, но обычно подобные места быстро приходят в запустение. Да, и вправду красивый дом. Но ты права, Эмили. Чем дом больше, тем сложнее задержать его в чистоте и порядке. Так, но я альтернативных вариантов пока никаких не вижу. Может, они, конечно, и есть. Но мне они недоступны. Ладно, поехали. Джиндаш. Ставь чайник. Пора заняться Джиндашем и попробовать найти Соколова. Хороший план. Так. Давай осматриваться. Возьмем микстурку, пожалуй, с собой. Так. Тут нам никуда не попасть. Смотритель глубокого разлома. Да, можно душить восьмерых одновременно. Хорошо, как скажешь, Эмили. Так, здесь аудиограф стоит. Давай послушаем. Добро пожаловать в мой дом. Дверь открыта для всякого, кто пожелает переступить порог. Если вы по записи, проходите и ждите назначенного времени. Если нет, с моей стороны будет упущением не сообщить вам об используемых здесь защитных механизмах, весьма труднопреодолимых. Многие входили сюда без приглашения по причинам, коим нет числа, но из них лишь единицы смогли вернуться. Хм. Спасибо. Ты пока этого не знаешь, но ты мне очень многое этим рассказал. Так, опять часовые солдаты идут с молотка. Ясно все. Ну что, пошли. Давай осмотримся. Насколько я знаю, это тот самый уровень из демонстрации игры. И если потянуть за этот рычаг, то все это придет в действие. Давай пока не будем этого делать. О, деньжата. Неплохо. Так, ну каких-то очевидных вариантов других я не вижу, кроме одного. Я не уверен, что это хорошая идея, но очень уж хочется попробовать. Ну ты меня понял. Допустим. Да! Похоже, это сработает. Бинго! Зачем ему узнать, что мы пришли, а? Так, смотри, там еще есть помещение чуть выше. Но мы уже во враждебных территориях. Давай осмотримся. Так, печатная машинка. Тут ничего интересного вроде бы. Еще адармирская микстура. А мы там были? По-моему, нет.
надо будет посмотреть. Так, хорошо. Какие-то закутки. Пока сверху не видно. Сейчас не очень хочется спрыгивать пока что. А, за стенами есть место. Угу. Так, хорошо. Это, так сказать, машинное отделение, если я правильно понимаю. Какая-то кнопка. Пожалуй, не будем ее нажимать. Пока что мы так хорошо проникли вовнутрь, не создавая лишнего шума. Да, смотри, здесь что-то есть. Давай посмотрим. Ого. Ого. Я правильно понял, что вот там... Да, там механический солдат стоит. Ха. А вот обратная сторона. Так. Замки какие-то. А, это мины. Или нет? Неважно. Он в каком-то спящем режиме, похоже. Видимо, в силу того, что мы не подняли тревогу никакую, солдаты не активировались. Что ж, это хорошо. Давай посмотрим, есть ли смысл к нему идти. Похоже, что нету. Так, все амулеты довольно-таки далеко, а руна вообще в заднице. Так что не будем тратить время впустую. Давай двигаться вперед. Ах, да, там еще помещение наверху было, мы так его и не посмотрели. Давай вернемся. Быстренько глянем, что там у нас есть. Мало ли что-то интересное. Ну, понятно, не совсем то, на что я рассчитывал, однако здесь есть рычаг конфигурации. Нам он, правда, как раз таки не нужен. Пусто. О, монетка. Хорошо. Тут у нас ничего интересного, к сожалению. Тут тоже все. Окей. Пока что все идет как по маслу. Джиндаш не в курсе, что мы здесь. Да вообще никто не в курсе, что мы здесь. Это дает нам отличную возможность сделать все, что нам необходимо, в любой последовательности. Так, тут вроде бы все чисто. Окей. А вот и стража. Так, хорошо. Давай не будем торопиться. Сначала все осмотрим. Это еще что такое? Видимо, питание для механизмов. Угу. Даже искусственный свет есть. Чтоб все время светло было, я так понимаю. Ага, еще один рычаг конфигурации. Чудненько. Еще одна монетка. Бильярдный стол. И проход наверх. Что ж, это очень хорошо. Ну, давай сначала разберемся здесь. Так. Не будем торопиться. Один стражник у нас там. Хочется продолжить перемещаться незамеченным. Это нам очень может сильно помочь. Еще один стражник здесь. Как думаешь, эта штука нас видит? Нет. Когда они такие, они ничего не видят. Но слышат. Если поднимется шум или начнется бой, они тут же проснутся. Жуть какая. Никак не могу к ним привыкнуть. Меня это возбуждает. За тобой как будто следят, но на самом деле нет. Какая прелесть. Так.
на самом деле за тобой следят. Просто ты об этом еще не знаешь. Так, хорошо, она вышла. Другое окно, вот это вот. Чудненько. Так, тихо. Вот так вот. Так, здесь вроде бы ничего интересного нет. Тихо. Зараза, там второй стражник сразу идет сюда. Инструкции для персонала. Вниманию сотрудников. Сегодня господин Андро и госпожа Вивьен посетят нас с целью приобретения пары часовых солдат. Мои инструкции таковы. Разрядный столб должен быть убран под пол. Мы не собираемся испарять наших гостей. Включить его можно только при нештатной ситуации. Следует выставить угощение и приготовить обед по случаю подписания контракта. Если они упрутся и захотят увидеть меня, вы должны сказать, что я скоро приду, и отвезти их в зал ожидания. Не активируйте механизм, опускающий зал ожидания к залу апробации. Я сам это сделаю, когда приду. Кирин Джиндаш. Хорошо. Так, основные сведения про часовых мы опять-таки знаем. Как бы нам избавиться от этой дамочки? Просто дождаться, пока она сама пройдет мимо. Скорее всего, опять какая-нибудь драчка. Отлично. Минус один. Хорошо. Давай посмотрим, что у нас тут. Хорошо, механических солдат вроде бы нет. А эта дверь никуда не ведет, потому что здесь все заблокировано. Чудненько. Так, смотри, у нас какой-то прогресс уже намечается. Особняк Джиндаша. Ёперный театр, ты посмотри на это. Жесть. Ладно, гостевая зона, где у нас? О, мой мозг. Так, имеется два лифта, лаборатория. Это третий этаж, я так понимаю, да. Четвертое, зал апробации. Это минус первый этаж. Мы сейчас вроде как на первом, получается, да? Или на каком? Хрен поймешь. Ладно. Ну, более-менее представление у нас появилось какое-то. Я так понимаю, что солдаты не будут активированы, пока не поднимут тревогу. Ну а тревогу не поднимут, если я не накосячу. Так, хорошо. Ты остаешься здесь. Ну, давай посмотрим, счастлива это или нет. Ее друг умирает. Доктора бессильны. А она носит ему суп и подстригает бороду. Тебе повезло. Ты даже представить себе не можешь, как сильно тебе повезло. Ладно. Неужели хотя бы один нормальный человек среди этих ублюдков нашелся? Давай попробуем понять, где второй стражник. Не видно никого. Ладно. Так, а здесь проход наверх. Я не хочу наверх. Я хочу сначала здесь все
разрулить. Ага. Вон он. Так. Что? Откуда вылезли эти крысы? Окей. Ладно, давай не будем все-таки рисковать. Пойдем наверх. Это и так затягивается прилично так. Но ничего не поделаешь. Так, тут безопасно. Ага, не зря поднялись. Сейчас разберемся, как они ходят. Там вон лифт есть. Один из них сторожит лифт. То смотрит на него, то, я так понимаю, смотрит на зал. Второй. Второй если пока не ясно случай, где. Попрошусь в большой дворец. А почему нет? Чем я хуже них? Ты спросишь, зачем нам вообще лезть к этим стражникам? Чтобы нормально осмотреть дворец потом. Я пока что не уверен, что Джиндаш заслуживает смерть. Не к добру. Точно знаю, что... Недостаточно строгое наказание, как я считаю. Смерть не отпущ... Смерть не от наказания, смерть это отпущение. А я пока что не хочу его отпускать. По крайней мере, я в этом не уверен. Хотелось бы побольше про него узнать. Так. Такие деньги он мог бы принять нас сразу. Кирин Джиндаш единственный в своем роде. Он сам назначает свои цены. Потом вы же можете позволить себе пару его механизмов. С тех пор, как герцог захватил серебряные рудники, вы увеличили состояние едва ли не вдвое. Чем меньше жалования, тем выше прибыль. Но это мое время стоит дорого. Я не привыкла ждать. Я тоже. Когда в последний раз я кого-то ждал больше часа, не припомню. Это почти возбуждает. Сколько всего часовых вы говорите? Насколько так, я понятно, помню, это покупатели. Верно, но сколько их? 36, 46? В любом случае, очень мало. В садовом клубе все умрут от зависти. Так, смотри-ка. Вон один товарищ у нас кимарит. Тихо, аккуратно. Здесь еще стража. Ага. Хорошо, допустим, у меня появляются мысли. Всяческие. Где-то рядом здесь амулет. Еще один амулет снизу. Там двое стражников. И механический солдат. Так, ну пойдем вниз. Что там еще? Кто-то грома испугался, что ли? Из-за любой ерунды переполох. Тихо, тихо, не паникуем. Так, амулетик у нас тут. Твою мать! Не, ну их нахрен. Я не буду рисковать сейчас. Да чтоб вас, а? Так. Окей. Здравствуй. Что за амулет? Духовное богатство. Иногда эликсиры манны восстанавливают всю манну. Ну, так себе. Последние слова. Тот, кто это найдет. Ты в ловушке? Мне хорошо знакомо твое положение. Видишь ли, это мои последние слова. Я сбежал из их клешней, но зачем? У меня нет ни еды, ни воды. Я слабею. Если и был шанс спастись, я его упустил. Даже написание этой записки истощает остатки моих сил. Я думал, что смогу одолеть этот хитроумный механизм, этот страшный дом, это произведение Джиндаша. Но он одолел меня. Если бы я только взял с собой воду и кусок хлеба. Прощай же, мой безрассудный друг. Наверное, ты тоже умрешь здесь. Мне очень жаль. Если я стану призраком, то попытаюсь тебе помочь. В противном случае, счастливо оставаться.
Покойся с миром. Что я тебе могу еще сказать на это все? Так. Смотри-ка. Тут у нас еще вариации есть. Изобретатели, они не такие, как все. Ты представь, какими они в детстве были. Ого. Тут еще один этаж. Прикинь. Ага. Механические солдаты, движущиеся стены. Хорошо, хоть какая-то работа для людей есть. Смотри-ка, это уже намного интереснее. Есть вариант аккуратно спуститься вниз и избавиться от тех двоих, но я правда не знаю, есть ли там еще. Давай посмотрим. Если это все, кто там есть, то мы сейчас быстренько с ними расправимся. Так, кто там у нас? Прислуга. Прислуга вроде как не должна на меня орать начать. И тем более мы все равно их быстренько усыпим. Так, отсюда все равно больше ничего не видно. Ого. Там еще солдаты. Зал пробации. Хм, неплохо. Соколов. Отлично. Вот это уже серьезный прогресс. Так, ладненько. Хорошо, получается, что вот это помещение связано, по идее, с тем. Может, конечно, и нет, но... Там кто-то был, я слышал точно. А может, мне показалось? Ладно, давай рискнем, почему бы нет. Ого. Вроде бы чисто. Нет, нифига не чисто. Вот, блин. Не дай бог, они нас сейчас спалят, а? А, нет, нормально. Может, усыпим? Почему бы нет? Чудненько. Пошли дальше. Туда пока спускаться не будем. Сначала попробуем добраться до лаборатории. Надо еще от тела избавиться по-быстрому. Так, тут световая стена. Посторонних, я так понимаю, нет. Это очень кстати. Так, ну-ка пойдем со мной. Сейчас выясним, доживешь ты до завтра или нет. Всем встать, суд идет. Она нашла стихотворение новой девушки. И за обедом с издевкой читает его вслух. Ты хочешь, чтобы я показала тебе дорогу? Помогла тебе найти путь? Нет. Давай на время забудемся вместе. Хорошо. Поддерживаю твою идею, а за то, что она над кем-то издевается, я ее убивать, пожалуй, не буду. Вот амулет я, пожалуй, себе заберу. Твой счастливый день. Смотри, какой пейзаж классный, а. Так, что за амулет? Танец лезвий. Пружинная мина может уничтожить тело. Это круто. Так, давай все-таки... А, давай все-таки его используем вместо... Вместо вот этого. Вместо осечек. Избавляться от тел таким образом мне нравится. Вкачивать умения как-то не очень хочется лишний раз ради этого. А вот так вот очень даже неплохо. Орден оракулов разделился.
На этой неделе представительница сестер Ордена Оракулов в Серконосе нанесла неожиданный визит в Большой Дворец и доставила сообщение, ставящее под сомнение предыдущую позицию Ордена касательно легитимности нашей новой императрицы Далилы Колдуин. По-видимому, внутри этой тайной организации имеют место существенные разногласия. Этот визит в Большой Дворец не означает полного поворота в отношениях, но все же стал поводом для следующего заявления герцога Луки Абеля. «Мне отрадно слышать, что сестры Ордена Оракулов склоняются к поддержке нашей любимой императрицы Далилы Колдуин. Ее недавний отважный поступок — это попытка восстановить справедливость». Точнее, справедливое правление в империи. И я призываю Орден Оракулов и все еще упорствующее аббатство немедленно признать императрицу Далилу, принять ее мудрость и власть. Мы благодарны сестрам за эту весть и объявляем этот день праздничным. Тем временем наместник Лиам Бирн от имени аббатства обывателей призвал к сдержанности и сообщил, что последнее послание Ордена Оракулов еще подлежит толкованию и обсуждению. Так, ладно. В общем, не всем нравится, точнее, не все в восторге от того, что Далила заявилась к нам. Так, там руна. Там руна. И как-то туда надо бы проникнуть. Но как? Поверху не пройдем. Так, к сожалению, отсюда нам туда не попасть никак. Что, собственно, меня очень сильно расстраивает. Потому что руну уж больно хочется забрать. Возможно, через вот этот зал пробации туда можно будет проникнуть. Ладно, давай возвращаться к теме. Здесь нам все равно не пройти. Тело мы спрятали. Вроде как ее не должны сразу же обнаружить. Давай продолжим наше исследование. Зараза, тут гребаный лабиринт. Реально лабиринт. Это домом-то сложно назвать, это именно лабиринт. Так. Там было двое стражников. Главное им на глаза не попасться. Тут вроде никого. Ну-ка, давай сюда. Изобретатель, они не такие, как все. Ты представь, какими они в детстве были. Так. Привет. Далеко. Зараза, подойди поближе. Давай же, ну. Есть. Отлично. Прекрасно. Пойдем со мной, дружище. Ляг, отдохни. Чудненько, с этими мы разобрались. Так, теперь у нас есть доступ к лифту. Осталось понять, куда лифт вообще ведет. Он меня вряд ли заметит, я надеюсь. Так, хорошо. Хорошо. Здрасте. Как ваше ничего? Тебя это волнует. Мы здесь уже несколько... В чем дело? Вы что-то видели? Да не, ребят, вам показалось. Здрасте. Как вас зовут? Честно. Зря я сюда приехал. Жемчужина юга. Как же? В жопу такую жемчужину. В жопу, говоришь? Ну, в жопу так в жопу. Спокойной ночи.
Проверять я вас не буду, пожалуй. Хоть кого-то живым оставить-то надо. Присмотр за Соколовым. Вниманию персонала. Как вам известно, у нас в зале апробации находится особый гость, печально известный изобретатель Антон Соколов. Хотя это помещение не предусматривает удобства для особей там находящихся, я хочу, чтобы основные потребности Антона Соколова, как и телесные нужды, удовлетворялись таким образом, чтобы не создавать мне помех. Джиндыш. Понятно, ну-ка. Какие у нас сведения, получается, есть? Антона Соколова держат так в называемом зале апробации. Это все не то, это не то, не то, не то. Ничего нового, к сожалению, мы сейчас не узнали на самом-то деле. Все. А, единственное, можно, конечно, проверить, где это все находится. Опять же. А, теперь мы знаем, где находится зал апробации. Вот он. Это у нас минус первый этаж сейчас, да? Лифт первый. Поднимает и на первый этаж, и на второй. Но не на третий. Чтобы попасть на пятый, точнее на третий этаж, нам нужен лифт второй как раз-таки. Он идет с первого этажа. А нет, с минус первого тоже. Но туда мы попасть не можем, потому что там... световая стена. Значит, нам нужно ее как-то преодолеть в другом месте. Хорошо. Хорошо. Это было довольно-таки полезно, на самом деле. Я сначала думал, что это совершенно бесполезные сведения, но нет. Отнюдь. Так, ладно. Здесь у нас больше стражи не будет, я так понимаю. И это хорошо. Чудненько. Теперь нам нужно как-то пробраться выше, наверх, и на первом этаже устранить стражу. Окей. Ну же. Тихо. Не шевелись. Давай сюда. Отлично. Так. Нам нужно как-то его грамотно устранить, потому что, как вы помните, там еще один стражник. И он-то, скорее всего, заметит, если что-то произойдет. Подобного рода. Тихо. Да. Нам нужно его устранить, когда он будет здесь стоять. И скинуть его в шахту. Так, хорошо. Привет, дружище. Что ж, вроде получилось. Давай же, ну. Проклятие. Не туда. Выше давай. Повезло. Так. Ну, собственно... Не повезло тебе.
ты уж прости, не обессудь. Всякое случается на службе, знаешь ли. Так, прекрасно. В итоге мы избавились от еще одного надоедливого стражника. Теперь можем потихонечку продолжить выполнять наш план. Так. Надо поднять лифт на этаж выше. В гостевую зону. Так, стражник прошел. Тоже мне, блин, стелс. Так, хорошо. Давай посмотрим. Здесь ничего нет. Черный амулет через 72 метра. Хорошо. В остальном здесь пока все тихо, спокойно. Интересно, вот там кто-то есть? Знать бы, где сейчас стражник этот находится. Так, ну ладно, неважно. Поехали. Его точно здесь сейчас нет? Ну, вроде бы нет. Так, хорошо. Хорошо. Где мы? Ага. Ясно. Чудненько. Здесь, насколько я помню, наши гости как раз-таки стоят. Ага. И стражник. Сонный. Женщина в камере жаловалась на здоровье, а он решил, что ей просто скучно. Она долго стонала и звала на помощь, а потом умерла. Открыто достижение, сердце подскажет. Сердце подскажет, я согласен. Так. Эй! Что тут случилось? Твою-то мать. Твою мать. Это было? Посмотрим. Что? Сигнал. Кого-то убили! Я не могу тебе позволить поднять тревогу. У меня есть забавная идея. Черт! А, не, нормально. Вот так вот. Неплохо. Противник успешно скрылся. Ага. Есть такое. Черт. Так, ну что, второй раз получится, интересно? Джиндаш. Добро пожаловать, гость. Мой дом всегда открыт. Мне всегда интересно наблюдать, как простой человек ходит по меняющимся комнатам. Я Киен Джиндаш. Впрочем, вы это знаете. Хотите сделку? Найдите меня, и я дам все, что вам нужно. Но если умрете, я прикажу доставить ваш труп в лабораторию для вскрытия. Вы совсем близко. Еще ни один гость не заходил так далеко. Да не особо, если честно. Я на самом деле надеялся, что ты, падла, даже не узнаешь, что я пришел за тобой. Иногда он ничего не помнит о случившемся той ночью. Но сейчас
Она стоит перед ним, как наяву. Ой, все, короче. Умоляю защитить хотя бы детей. Мало вам часовых, вы еще и стражу мою перебили. Что же, заменить людей будет куда проще. Рад, что тебе нравится, ублюдок. Так. Я вот ключик этот уже давно подметил. Так что все хорошо в этом плане. Так, хорошо, на самом деле часовые солдаты не такие страшные, как мне казалось. Вы так близки к цели, но сейчас я не уверен, что знаете, куда идете. Так вы никогда до меня не доберетесь. Чуть дразнится, скотина, а? Теперь хотя бы понятно, почему мы ждем. Если сюда кто-то пробрался, надеюсь, механизмы с ним быстро разберутся. Я устала ждать Джиндыша. Конечно, разберутся быстро. Так. Потрясающе! По данным весов под полом и акустических сенсоров, вы движетесь довольно быстро. Чё ты дофига умный, дружище? Это начинает раздражать немного. Так. Давай-ка сюда. Вы здесь? Я больше не ощущаю ваше давление на пол. Не слышу ваше дыхание, но логично было бы предположить, что вы проникли за внутренние стены дома. Какой догадливый, а? Он начинает раздражать именно тем, что он отвлекает теперь. Так. Их тут двое. Нужно их вырубить. За стенами холодно и мрачно, да? Эй, вы здесь? Так, я не понял, я их объединил, нет? Похоже, что нет. Нет. Видимо, надо открыть окно для этого. Да ну! В чем дело? Зараза, да вот что ты здесь встала-то, а? Еще и Джиндыш троллит. Вообще прекрасно. Думаешь, ты меня завалишь? Ошибаешься. Так, вот, уже интересно. Кто бы это ни сделал, он не мог далеко уйти. Хорошо. Нечего тебе тут делать! Да чтоб тебя! Разойдись! Дорогу машине! Защищайте капитана! А, тварь, а! Тактический режим номер два. Вот! Окей, я тебя понял. Ты намного веселее, чем я думал. Сигнал боевого протокола. Ах ты, тварь, а! Объект преследования потерян. А, я чувствую, как вы движетесь. Я знаю. Так, а интересно, а мы выше можем проникнуть? Вы сумели проникнуть в мой дом. Вы словно крыса, грызущая провода. Джиндыш, хватит отвлекать меня, тварь. Я из-за тебя и так уже вляпался. Сволочи. О, ладно. Где механический солдат? Упс. Зафиксирован факт вторжения. Привет. Минуты жизни вам посчастливилось узреть гениальное изобретение. Чтоб тебя. Джиндыш, заткнись, тварь. Вот зараза, как же он бесит. Ладно, надо избавиться от солдата. Раз и навсегда. Ничего нет? Где ты, тварь?
Угу. Ясно. Хорошо, как насчет такого варианта? Не задашь, дружище, не задашь. Вот, блин, такой офигенный стелс мне запорол этот. Ладно, фиг с ним. Таблички. Что за таблички, интересно? Ладно, потом узнаем, наверное. Вот это я неплохо заглянул. Есть еще что-нибудь? Так, деньжата. Так, ясно. Что у нас с эликсирами в итоге? 7 эликсиров есть. На самом деле я думал, что мы сильнее пострадали, но оказывается, что все не так плохо. Только стелс обломился и все. Кстати, да, уж больно хочется мне узнать, что будет. Вы возбудили мое любопытство. Большинство так далеко не забиралось. Джиндаш, отвали. Бесишь меня откровенно. Так, понятно. Да, я не смогу сейчас попасть никак, да? А, нет, смотрю. Могу. Да чтоб тебя. Окей. Ага. Мне просто очень хочется посмотреть, что будет с лифтом. Наверное, нужно составить список причиненного мне ущерба. Составляй. Вперед с песнями. Мне начинает нравиться. Ты троллишь меня, я ломаю твой дом. Это как-то возбуждает даже. Козел. Так. Мне кажется, это... Ага. Ясненько. Хорошо. Движемся крайне аккуратно. Черный амулет прям под нами есть. Угу, я за тебя очень рад. Это еще что такое? Какой-то амулетик. Ладно. Нам нужно что-то с этим солдатом придумать. В принципе, у меня даже есть уже идея. Как думаешь, одного заряда хватит? Ладно, поставим две на всякий случай. Сигнал. Еще один механизм уничтожен. Прекрасно. Каждый из них стоит целое состояние. Мне интересно, что вот это за таблички. Коллекция шестеренок. Достижение открыто. Прикольно. Хорошо. Я прям доволен, что я тебе доставляю столько неприятностей, Джиндаш. Даже не представляешь, как мне это нравится. Так, амулет прям под нами. Здесь нам его не достать. Монтажный инструмент. Хорошо. Продолжим. Один из лучших видов на карнаку. Да, и вправду неплохо. Это я еще давно подметил. Хм.
Высоко. Ага. Ого. А вот это уже поинтереснее. Есть вариант как-то пройти незаметно в лабораторию. Ладно. Обработка Соколова. Мои усилия по тонкой настройке электрошоковой машины пока не слишком успешны. Подавление наиболее досадных проявлений личности субъекта, таких как сила воли, при сохранении познавательных и творческих способностей кажется нереальным. Вместо этого моя машина превращает субъектов в лепечущее дитя. А в таком состоянии мне Соколов не нужен. Ах, чудовищно. Есть и другой способ. Если только электрошоковая машина Джиндыша работает. Мне нравится твой ход мыслей. Джиндыш создал электрошоковую машину, которая резко ухудшает память и мышление. Это устройство находится в лаборатории безумного изобретателя. Правда, это не очень-то милосердно. Совсем не милосердно. Оттого и так классно. Так, ладно. Как нам спуститься на этаж ниже? Вопрос. 11 метров. 9, 8, 7. То есть прямо этажом ниже получается, так? Нет, он не в зале обработки, или как он там, в зал пробации. Нет. Судя по всему, он где-то в другом месте. Надеюсь, вы все-таки не сорветесь. Убираться потом будет так сложно. И этот запах. Ой, не переживай, дружище. Все будет хорошо. Я уже иду к тебе. Я уверен, тебе понравится наше с тобой знакомство. Так. Прекрасно, мы на месте. Остается вопрос лишь с этим талисманом. Ладно, с ним сейчас разберемся. Мы нашли лифт. И это главное. Что у нас тут? Ага, лаборатория. Хорошо, хорошо. Пока не будем торопиться. Есть люк? Есть. Как-то из ряда вон плохо работает эта способность вот в таких местах. Я хочу спуститься на этаж ниже. Лифт стоит на последнем этаже, я так понимаю. Так. Сколько здесь этажей в итоге? Ага. Хорошо. Здесь вроде бы чисто. Так, монетка. Всякая-всякая. И наша замечательная световая стена. Ага. Осторожней. Эта машина весьма опасна. На ней я испытываю часовых солдат на прочность. Странно, амулет действительно где-то в промежуточном месте находится. Так, ну руна понятно где. Вот где этот чертов амулет? Прям уж очень хочется его забрать. Именно потому, что он кажется каким-то супер недоступным. Так. Так, мы больше не будем падать, пожалуйста. Эмили, прекрати. Давай-ка сюда.
Получается, что амулет находится между этажами. Хм. Точнее, вот на этом конкретно этаже. И, возможно, здесь есть еще проход через дом какой-то, но... мы его не видели. Давай посмотрим еще раз. Проверим здесь. Я просто за ним потом возвращаться не собираюсь. Нет, здесь нет никакого дополнительного прохода. Значит, из лаборатории Джиндаша можно будет попасть туда, судя по всему. Других вариантов я не вижу. Так, ладно. Все, в принципе, хватит возиться здесь с этим делом всем. Мы все равно уже спалились. Давай теперь разберемся с лабораторией. Ага, здесь заперто. Какая прелесть. А я смотрю, ты не очень гостеприимный, да? Ну ладно. В принципе, не проблема. Что это за звуки? Наконец-то вы нашли меня, незнакомец. Вы понимаете, что это самая совершенная лаборатория на островах? И что вы второй человек, который сюда заходит? Постарайтесь ничего не сломать перед смертью. Часовые солдаты, разберитесь с нарушителем. Ага. Вот он размечтался-то, а? Смотри-ка. Так, хорошо. Неоконченное письмо потомкам. Честно говоря, я не питаю вражды ни к Эмили Колдвин, ни к ее отцу, защитнику короны. Мне всегда было наплевать на всех этих высокородных даунвольдских вельмож. Так с какой стати я буду думать плохо о той или иной императрице? Вы не ошибетесь, если предположите, что у меня было как минимум две причины присоединиться к герцогу. Я хотел развивать натурфилософию ради самого процесса, чтобы показать этим болванам из Академии свет, который им почти удалось погасить. Кроме того, я, разумеется, не чужд подлости, более того, она мне приятна. Но кое-что еще крутит машины моего желания. Целые династии восстали и канули в пустоту благодаря таким мирским катализаторам, как голод, чума, банкротство. Но сегодня мы живем в мире, который создан гением. Розерберу, Соколов, Джоплин и Гипатия. Вот кто вращает колеса истории. Кирин Джиндаш ничем не хуже. Моя цель — затмить всех, кто был прежде меня. Неважно, какими словами будут описаны. Написано в учебниках истории эта смена власти, но ни один автор не посмеет умолчать, что она стала возможна лишь благодаря промышленному прогрессу и исследованиям. Отныне власть принадлежит умнейшим. Мир изменится навсегда. Окей. А если бы ты не закончил это письмо, то, возможно, я бы тебя не убил. Общество достоин лишь тот, кто доберется до меня. Может, это вы? Угу. Джиндаш. Бриана Эшвард. Судя по вашим шагам, вы женщина. Молодая и сильная. Правда, что ли? А ты не такой гениальный, как я думал. Если еще до сих пор не догадался, кто за тобой пришел. Ну да ладно. Так, отлично. У нас потихонечку получается... ого. Разобраться во всем этом деле. Так, ладно. Осталось только избавиться от солдат, получается, да? Механических. И посадить Джиндаша в креслице его. Так, как бы нам это все провернуть?
Попробуем на лифте доехать на следующий этаж. Ну, не на... А, да. Отличненько. Сигнал обнаружения. Так, ну они пока что не здесь, это хорошо. Сигнал ошибочный допуск. Тут мне сейчас повезло, наверное. Эмили, пожалуйста, поднимись сюда. Окей. Так, тихо. Тихо. Не спешим. Угу. Кирен Джиндаш. Так и есть. Да, я понимаю, что вам пора работать, Джиндаш. На самом деле, вам пора умереть. Надеюсь, я не сильно вас разочарую этим известием. Машина выполнила полный набор инструкций. Это значит, что запущен поисковый протокол. Какие же они медленные, зараза, а? Так, отлично. Он меня видел. Осмотр Машина продолжает поиск. Слушай, это так удачно получилось. Он сам влез в ловушку, которую расставил для этих самых солдат. Это не может не радовать. Так. Ах, проклятая тварь, а? Так, хорошо. Ага. Попробуй еще разок. Голова отделена. Углеродный вектор. Этот сигнал. Вот и все. Не такие уж они и страшные на самом деле. Так, из вас что-нибудь выпало? Да, табличка. А из тебя? Вот она. Что это за табличка, не совсем ясно, но не важно. Так, ладно. Джиндаш, пора нам с тобой присесть, пообщаться немного. Так, куда нам тебя усадить-то надо? Просто в центр этой конструкции положить. Ладно. А может и нет. Ну-ка иди сюда.
Ага. А вот, похоже, и та самая машина. А, точно, точно. Ну что ж. Пора запускать. Не хватает мощности. Угу. Хорошо. Как нам получить мощность? Антон Соколов, бывший придворный лекарь, ректор Академии натурфилософии. В лучшие времена самый востребованный художник империи. Герой моей юности. Теперь моя марионетка. Если хочешь испробовать на мне это примитивное устройство, что ж, действуй, Джиндуш. Я не знаю, чего ты хочешь добиться, но мне было бы интересно. Что это за аппарат? Терпение, друг мой. Всему свое время. Вы поймете, зачем нужна моя электрошоковая машина, но когда? До или после того, как погаснет ваш взгляд? И что он узрит после? Кто расскажет мне это? Есть ли в мире люди, которые так же любят слушать себя, как ты? Может, это нам расскажет твое устройство? К сожалению, нет. Но оно может отнять у тебя то, что ты ценишь больше всего. Твой интеллект. Если ты откажешься работать над новой моделью часового, я испытаю это устройство на твоих мозгах. Я отказываюсь. Пусть я стану слюнявым идиотом, но мне хотя бы не придется выслушивать твои сумасбродные теории. Да, Джиндуш любит поговорить на самом деле. Питание электрошоковой машины. Не забудь, для питания электрошоковой машины не хватает мощности. Пока это не будет исправлено, мне придется экономить на питании других лабораторных платформ. Так, остальные вот. Машины тратят слишком много электричества. Хорошо. Анатомия требует единицу. Оптика требует 3. Химия 4. Оружейня 6. Понятно. Значит, ну я выставил анатомию на единицу. Ну, анатомию здесь. Здесь стоит оружейня оптики. По идее, сейчас должно хватить. Чисто теоретически, да. Не хватает мощности. Странно. Может, это с точностью на наоборот? Может, это приоритеты? Воу. Теперь электрошок заработает. Да, надо было просто дождаться, пока платформа поднимется. Ну, прости, Джиндуш. Но нам с тобой придется попрощаться. Нет, нет, нет! Вы не знаете, что делаете! Я дам все, что вы хотите! Все! Остановитесь! Все погибнет! Целая эпоха открытий! Именно это вы собирались сделать с Антоном? По-моему, вполне справедливо получилось. А если окунуть медную пластину в кислоту, то что будет? Наслаждайся. Я же помнил секунду назад. Никто не знает ответа. Не, прости. Так, ладно, все, с этим мы разобрались, товарищем. У меня была мысль. Забыл уже. Интересно, у него лаборатория на самом деле. Я очень боюсь того, что случилось. Понимаю, понимаю.
Антон, наверное, тоже боялся. Меня нельзя пропускать через эту машину. Постойте. Что она делает? Так, ладно. Пойдем спасать Антона теперь. Да, там же тоже часовые есть, я про это немножко забыл. Что ж, должен признаться, это скорее всего займет некоторое время, друзья. А наше подошло к концу, так что продолжим уже в следующий раз. Но на этом на сегодня пока что все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии, а также заглядывайте в паблик во ВКонтакте. Ну а мы с вами увидимся в ближайшее время. Пока.